выходной, суббота. Мы с Миланой вышли погулять, у нее солнышко какое, прям вот март чувствуется. Очень красиво, солнце светит, все блестит. Обалдеть. Так вот, красота какая. Похоже на этот. На весну похоже, да, Милан? Солнышко светит. Кирюша у нас повторно сегодня пошел на этот. Да есть! Сейчас весна. Да? Будет весна. Будет это... весна? Это и есть. Весна будет потом. Да. Кирюша у нас повторно пошел на этого. Никого. Никого пошел. Дракона. И без меня даже. Ну мы ж потом с ним вместе пойдем на другой фильм. Не хочу. На дракона хочешь? Нет. Ну хорошо, пойдем на дракона еще сходим. Когда? Ну завтра давай. Ну пришла одна посылочка. Открой. Нам. Так, открой. А ты не можешь открыть? Вот за эту тащи вот сюда. Вот так вот разбирай ее. Да, сейчас посмотрим, что там. Давай, давай, открывай. Открывай, открывай. Это похоже, что-то мне. Тебе? Что-то непонятное. Ну-ка, что там? Что, открыла? Да. Ой, что, только тряпочка там. Что это? Это что-то интересное. Давай, ой, оно так запечатано, я думала, это тряпочка. А, это вот последний мой этот пришел. Как его? Акрил. Полигель, акрил, гель. Чубик? Да, чубик. Какого цвета? Мама, мама. Наверное, прозрачный, скорее всего. Мама, посвязать! Прозрачный, наверное. Так, все, там больше ничего нету? Поехали, мама. Ну, давай сейчас мусорку выкину. Ой, девочки, сегодня тепло, но ветер. Ветер очень холодный. Вот если бы ветра не было, прям было бы вообще прям лафа. А вот такой ветер. И зато если руки плотнее, то... Снег не тает, да? Значит, мороз. Это хорошо. Снег, в общем, не липкий. Значит, у нас мороз не маленький. Это хорошо, что он не тает. Нам надо открыть укладки попозже. Кидать их куда-нибудь вот сюда надо, да? Солнышко мне нравится. Вот тут вот встанешь в этом, где нет ветра. Ну, не очень тепло. Даже. Выходишь на ветер, уже холодно. Да. А если в лицо дует, то это вообще труба. Глазам слезятся аж. Давай ручку, дорога. Опа. 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 Опа, Америка, Европа. Не больно? Ну залазь еще раз поедешь. Не там залазишь, подальше отойди. Да. Да, давай еще садись. Садись, садись. Садись, садись ровненько. Смотри, назад упадешь на горку. Давай, садись. Переступай. Вот. Вот так вот. Держимся за ниточку. Держимся за ниточку. Ножки поднимаем вверх. А меня так... Там вон у нас какие-то соревнования, что ли?
соревнования, что ли, что-то все обвязались веревками, прыгают, скачут. Интересно, что это? Какие-то соревнования, по ходу дела, веревок навязали. Не знаю, скалолазанием занимаются, наверное. Спортивный туризм называется. О, залез куда. Или залезла девочка. Так, куда пошла? Вот иди сюда. Иди сюда, еще раз. Ну, тут солнца нет, я хоть себя увижу. Посмотрю, да? Себя увидишь? Мам, в общем, где этот Кирилл Козиса? Не знаю. В общем, пошли мы в Пятерочку, накатались на горке. У меня уже нос замерз. Пошли в Пятерочку. Сейчас молочка там купим. Что там вообще? Хлеб нам надо. Ну, в общем, все такое. Обыденные покупки. Не знаю, даже покажу их, не покажу. Может, кому будет интересно, что я куплю, то я покажу. Мам, ты же не сама говорила. Никита уже находится, не помню. Вот, девочки, еще приложение одно хотела вам показать. Совершай привычные покупки на сумму 350 рублей. Участвуй в розыгрыше 10 тысяч рублей. Покупки в Магните, АЗС, Газпромнефть, Детский мир дают вам шанс выиграть 100 тысяч рублей. Значит, фотографируйте, выбираете, ну, регистрируйтесь тут. Просто здесь нужен регистрация и телефон. Выбираете выбрать или сделать фото чека RQ, вот именно через камеру я делаю, фотографирую вот этот вот чек, код вот этот RQ, его фотографирую и отправляю. Вот у меня уже загружено плюс 2 чека. С заправки у меня был чек и с магазина один. И за то, что я поделилась ссылочками ВКонтакте, в Одноклассниках и в Фейсбуке, мне еще пришло плюс 3 чека, кого-то я загрузила. И вот если даже вы делитесь потом этой же ссылочкой ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, и друзья загружают свои чеки, вам тоже за это плюс там сколько-то чеков, сколько загрузил ваш друг. Так что ссылочками можно делиться в любой соцсети, можно каждый день ими делиться. Розыгрыш, в общем, состоится 4 марта, и потом 5 марта начнется новый розыгрыш. И вот каждый промежуток времени, там, по-моему, 5 дней, что ли, я уже не помню, через сколько. Это, в общем, все началось с 18 февраля. Продлится по 31 мая 2019 года, включительно. Срок совершения покупки, регистрации, вот видите, тут все написано. Правила можете вот так вот сохранить и почитать эти правила. Покупки с визами, деньгам, личный кабинет, вот вход. В общем, вот так вот личный кабинет выглядит. Так что, кто хочет, я оставлю ссылочку, можете регистрироваться, можете пройти ко мне в ВК, в Одноклассники, там зарегистрироваться, либо здесь внизу я оставлю ссылочку, чтобы зарегистрировались. Вот новшество, которое я вам хотела сказать. Вроде бы пока все. Который сейчас розыгрыш состоится, он будет с 26.02 по 4.03. Новый розыгрыш будет с 5 марта по 11 марта. Вот и все. Сюда вот она тут стоит и шаг. Мат. Кому мат? Милане? Милане. И все? Да. Конец игры? Да. Ну, вроде бы. Мне так нечестно. А ты что плачешь? Милый, так нечестно.
Все по-честному. Я и так тебе много подсказывала. Так как он падает? Если бы в Макмине было бы еще круче. Так, это вещь как... Так нечестно! Сейчас Кирюша сделает, что ты еще и победишь с одним королем, да, Кирилл? Ну, я... Она может победить с одним королем? Никто не может с ним победить! Нет, конечно. Ну ничего, на ошибках учатся. Все нормально. Все, пошли спать теперь. Да, сегодня мягкий снег. Сегодня у нас воскресенье, но метель такая. Вроде тепло. Да? Теплее, чем вчера? Да. Но метель была сегодня. Метель мы сегодня... Снежок какой мягкий. Да. Но он тоже не лепится, значит мороз. Мы сегодня первый раз вышли на улицу. Мы не выходили еще. Потому что очень... Буя! Пойдем. Пойдем сходим. Буя! Не надо на меня кидать. Сейчас сходим за конфетками, за хлебушком, за молочком. Ой, вся я в снегу теперь. Классно, да? Да. Здрасте. Сейчас мокрые будут перчатки. Вчера была такая весна, а сегодня прям зима. Прямо видно, что следы завтра. Следы видно, да. А тебе мажитель не надо? Мажитель, посмотри. Она? Вот нет. Такая вот. Клубничная. Давай возьмем. Давай маленькую и огромную. Ой, давай. Маленькая она куда зачем? Давай вот большую возьмем. Давай. Ложи их сюда мне. Дома будем пить вместо сока. Да, вместо сока. Йогурт у нас дома есть. Что? Привет. Привет. Сметанку не возьмем. Это не то. Не то? Да, это. У нас не такой сегодня день, да? Молочко нам надо съесть. Что-то вообще пойти. Кошка нарисована на сметане. Еще хлебушек возьмем, молочко взяли. Тут. Что мы взяли? Мажительку, сметанку, молочко. Ну, что еще надо взять нам? Ряженку, не знаю, взять. А это что, кстати? Это тертый сыр. Тертый сыр, сладу, чтобы не тереть, не мучиться. Чтобы не мучиться, не тереть, да. Ты умная, как утка. Так, вот я не знаю, сыр. Это что за сыр? А ничего, что-то там у нас написано не сыр. А это что такое? Вот оценка какая-то пошла. Ой, смотри, какой. 100 грамм 90 рублей. Смотри, какой. Привет. Ага, это кругленький сырок. Ты что взяла там? Это там. Что было за цена? Невинно? Такой хочешь взять? Наверное, который сладкий, Эдам. Эдам, это не сладкий, который сыр? А это какой-то Эдам. Я не знаю, что. Ну, давай Эдам возьмем, давай возьмем. Ну, да. Они одинаковые. До 18-го, а этот? До 13-го. Вот так обрезали, пропадал что ли?
серединочка, чтобы была до 13.04. Ну давай вот этот возьмем. Это треугольник. Да. Здесь сколько грамм? А ты будешь его есть там, да? Да. Ну давай возьмем. Он, мне кажется, сладкий будет. Нет? А там ты что хочешь смотреть? Мы уже тут все брали, нам тут ничего не надо. Мы вчера тут нагребли. Хлебушек. Чем какое число у нас? Слава порезанный. Сразу порезанный? Да. Что, резанный будем брать? Давай вот такой возьмем, заречный. О, давай. Не, смотри, что здесь. У него даже здесь ложе. Да, порезанный так. Он не порезанный. Он простой. Булочки кукурузные. Не надо тебе булочки? Это тоже булочки. Такие не надо булочки? Ну, не надо. Это так... с семечками булочки. Нет, если ты не хочу, давай какие-нибудь обычные. Обычные давай возьмем. Без посыпки какой, давай. Какой? Да, без какой? Посыпки? Да, давай. Тогда вот сейчас посмотрю. Вот, вот такие давай, кукурузные. Ложи. Опять мы набираем уже всего что-то. Да. Много. Слобода вот. Давай шашлычный, что ли, возьмем. Кирюш спросил кетчуп. Какой? Вот такой. Можно пиццу будет сделать. О, да. Горчичку мы вчера брали. Взяли вот такую вот горчицу. Она сейчас по акции 19 рублей стоит. Да? Да. Горчица Махеев. Мне понравилось. Вот я это? С салом поела, вот да. Вот это? И с супом на хлебушек мазала. Я тоже хочу. Тоже попробовать хочешь? Ага. Водичка. Сходили мы в Пятерочку. Опять с сумками вон идем. Чего опять набрали? Милан, он опять игрушку какую-то. Это не игрушка. Конек, горбунек. Конек, горбунек. Уже потемнело. И вот метель метет. Не знаю, видно вам, нет? Метель-то нашу. Прям на ветер выходить. Страшно. Конек морской. Конек, горбунек. Вот я что-то в магазин по-другому не могу ходить. В одном магазине 500, в другом 600. Ну, как вот вчера тоже. 1000 с чем-то. Каждый день, как в магазин идешь, такие деньги относишься. Я не знаю, то ли подорожали продукты, то ли у нас выросли потребности. Я не знаю. Ой, я не знаю вообще, куда идет жизнь, катится. Молоко уже прям даже бешеные деньги. Ну, в общем, до 100 рублей уже доходит молоко и выше. 900 грамм. Ну, это что такое? Что, в общем, говорю.